Свет, мы спустились в этот грёбаный подвал. Конечно, это су вообще. Да, мы включили светильник. Тут, знаю что, сигареты, чайник, квас. Тут вроде бы какая-то... Смотрите, какая-то кукла. Где? Вот. Ёлки, что за матрас? Это какое-то топливо. Мы взяли лопату на всякий случай. Да. Так, достижение Максимуса. Открывай. Максим. Фу, пыль-то сколько. Пошлите, ребят. Так, стой, Иван. Иван, нет, не оставляй меня. Да я впереди буду. Пожалуйста. Так, давай потихоньку идем. Бля. Тут очень страшно. Очень. Какая-то глина. Не знаю, что это. Но мы тут, конечно, убиваем. Тут много лопат. Очень. Друзья, что будем делать? Что делать будем? Сними меня. Сейчас. Что делать будем? Не знаю. Мне на всякий случай. Потом будет видите с этим. Так, покажи. Да. Слышали этот шорох? Да. Рома, давай не ссать, как. Мы много раз туда заходили, но я увидел... Вот. Сейчас покажу. Мы включили свет. Вот где он? Вот там. Вот, да. Какие-то провода. Погнали в ту комнату еще раз? Нет, что там? Да. А. Там же мистика какая-то. А? Мистика какая-то. Не знаю, какая-то яма. Испытание опасно для жизни. Смотрите, Саня, иди сюда. Нихрена. Испытание опасно для жизни. Роман, стой. Роман. Смотрите, там какой-то... Фак. Это очень Одно? Мистическое место. Так, тихо. Погнали потихоньку. Саня, не оставляй меня. Не буду. Так. Что, заканчиваем или что? Не, ну мы, может быть, еще раз сюда пойдем, только не будем включать свет. Может, это будет эпик. Да. Но только ради подписчиков, ради лайков. Погнали еще раз туда. Да. Давайте еще раз туда сходим. И, наверное, будем заканчивать. Да. Поднимемся и заканчиваем. Сюда. Сой за такой голос. Мы просто туда поднимались, мы увидели крысу. Мне сейчас очень фигово. Просто огромную крысу. Угу. Жестко. Вот смотрите, вот сейчас я вам покажу. Вот мы спускались вот так и увидели вот тут где-то крысу. Она побегала в ту сторону, конечно. Мы из этого туда пошли. Там у нас друг засыковал очень жестко. Да, какой друг? Фигня пол. Да-да. Дебил. Тут много электричества. Тихо, выходим. Стой, Рома, не оставляй меня. Так, стой. Так, давай, выходи. Тихо, бабушка, выходи. Так, давайте вот тут заканчивать. Давайте всё. Заканчивать. Да. Давай. Как бы с вами были Саша и Рома. Олег не захотел домой, короче. Ну, он не пошел с нами, к сожалению. Да. Мне кажется, он бы засыковал. Завтра у нас будет очень много человек, мы завтра будем снимать 5 литров колы плюс ментос. Ну, завтра, если вы, конечно, сегодня посмотрите. Да. Еще завтра посмотрите. Ну да. Но... Ладно, всем пока. Давайте, всем удачи, всем пока. С вами был Саша и Рома. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Ссылка на мой канал будет в описании. Все, пока.